Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер один. Нам нужно с вами ответить на вопрос, на сколько равных кучек можно разложить 36 орехов. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно найти все делители числа 36, то есть найти все числа, на которые число 36 делится. Ну, давайте выпишем все делители. Ну, во-первых, число 36 делится на 1. Число 36 делится на 2. 36 делится на 3. На 4 тоже делится. На 6 делится. Также делится на 12 и на 18. Ну, еще делится на 36. Вот на все эти перечисленные числа 36 делится без остатка. То есть мы можем следующим образом разложить 36 орехов на кучки. Мы можем 36 орехов в одну кучку все сложить, в общем. То есть у нас получится одна кучка, в которой 36 орехов. Можем 36 орехов разложить на две кучки. И получится, что в каждой кучке по 18 орехов. Можем также 36 орехов разложить на три кучки. И получится, что в каждой кучке у нас по 12 орехов. Дальше мы еще наши 36 орехов можем разложить на 4 кучки. И получится, что в каждой кучке у нас по 9 орехов. Кстати, когда перечисляли все числа, на которые число 36 делится, мы забыли еще одно число, это число 9. Дальше 36 орехов мы можем разложить на 6 кучек. Получится, что в каждой кучке у нас 6 орехов. 36 мы можем орехов разделить на 9 равных кучек. Получится, что в каждой кучке у нас по 4 ореха. 36 орехов мы можем разделить на 12 кучек равных. Получится, что в каждой кучке у нас по 3 ореха. 36 можем разделить на 18 кучек. Это получится по 2 ореха в каждой кучке. И самый последний вариант, когда мы 36 орехов разложим на 36 равных кучек, и в каждой кучке у нас получится по одному ореху. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.